Представители министерства и депутаты Мажилиса отправились в Мангыстаускую область. В рамках выездного совещания комитета по вопросам экологии и природопользования они посетили водохранилище Кошкар-Ата, Мангыстауский атомно-энергетический комбинат, опреснительный завод Каспий, а также другие производственные объекты. Делегация узнала о проблемах в сферах экологии, энергетики, водоснабжения, озеленения и других. Теперь предстоит найти пути их решения. По словам председателя комитета Еделя Жанбаршина, все озвученные предложения они направят в правительство. Мы должны выяснить, какие есть проблемы, чтобы внести изменения в законодательство. Может быть, где-то есть пробелы в законодательстве, этот вопрос. И вопрос бюджетного финансирования. Когда делается проект и его нормально не финансируют, проект затягивается, идет удорожание проекта. И вовремя мы не можем запустить те объекты, которые мы запланировали. Поэтому мы, когда выезжаем в регионы, выясняем всю эту ситуацию, где надо помочь по законодательству, мы помогаем, вносим изменения, правила, подзаконные акты вместе с министерствами.